Привет. В прошлый раз я рассказывал про очень неудачный стул, которым пользуются в некоторых классах в нашей школе. Сейчас я зашел в другой класс, и у нас тут есть несколько другой стул, о котором тоже немножко хотел рассказать. Он не настолько трэшевый, как тот, но тем не менее он очень утомительный. Вот стул выглядит так. В общем-то, это стандартная такая банкетка, или как это называется, которую используют в том числе на концертах, например, на сценах, да? Но что здесь такое? Здесь даже есть вот такой интересный вот профессиональный professional scale. Это все замечательно. Только чтобы поднять этот стул, нужно провести 1000 оборотов, наверное. Скорость его подъема, вот вы можете я кручу, вот оборот, он все еще стоит на месте. То есть он поднимается на миллиметр. Ой. А если ты сидишь на этом стуле, то сила, с которой нужно крутить это колесо, увеличивается в разы. Вот я тут сижу и мучаюсь, в зеркале можно видеть. К тому же, походу, этот стул сейчас проверим. Нет, вроде как бы сел нормально. Можно заниматься. Вот еще один дурацкий стул.